Письмо тебе. Да. Бонечка, хозяйка твоя едет домой. А? Ты соскучилась, да? Едет твоя хозяйка, едет. Я когда ей говорю, Бонни, где Маргарита? Она сразу, вот. Бонни, где Маргарита? Где Маргарита? Едет Маргарита, да? Да, скучаешь. Где Маргарита? Вот так вот она начинает сразу гавкать. Да, едет, едет уже. Скоро уже приедет. Хозяйка твоя. Соскучилась? Да, да. Так, мы уже с Максом ждем, я уже его встретила. Нет, будем ждать девчонок, им помочь нужно сумки тащить. Хорошо? Подождем, потом пойдем. Сейчас они уже скоро приедут. И папа сейчас приедет тоже. Все, едут девчонки. Едут девчонки. Ты видел? Девочки мои, привет! Ты тебя укачала, что ли? Алло! Тюша уставшая. Садись. Двигайся, Каролина. Бонечка тебя ждет. На, держи. Ксюша, как ты сгорела? Ты кремом не мазалась, что ли? Нет, я забыла. Ну, ты даешь. И когда ты сгорела? Давно? Тинстак. И тут. Я вот так вот сидела, чтобы сгорело все. Кто приехал? Мама, мама, ты приостаем. Не парать, потому что я тут вот, тут было еще теле. Нет, там, где поставить, там есть такие леи, потом я так, наверх, потом я тут поцарапалась, потом тут палец, чуть-чуть я кожу сотрала. И потом еще. Ну вообще в целом понравилось. Ну вообще вот. Нет. Вообще, а тебе? Не да. Я так и знала, что Ксюша недовольная приедет. Посмотрите, как она сгорела. Обалдеть просто. Забыла намазаться кремом. Ужас. Не знаете. Но мне было еще хуже. Второй день мы пошли гулять. Очень долго. И Нора эти... У тебя сгорела голова. Почему ты кепку наденешь? Смотрите, я красная. Я надевала кепку. Мама, мы одевали кепку. Да? Она все время ходила с кепкой. А как у нее? Через кепку, что ли, сгорела? Через шляпу. Или когда купалась, наверное. Да. Когда ты, так мы гуляли. Надо было тебе тоже кремом. Да. Теперь ты мозоль. Мозоль. И тут. Я сфоткала это на камеру. Смотри. Ой-ой-ой, Ксюша. И чем девочки сразу же занимаются? 4 дня без телефона. Смотри, есть новый апдейт. И смотри, какой скин есть. Для Дэрил. Соскучились по телефону? Конечно. Все, сразу телефоны. Ты не ухаживала? Да, конечно, ухаживала. Ты что, водичку им меняла? Ну, вы спали? Еще бы поехала? Да. Я нет. Соскучилась по своей кроватке. Угу. Я каждый день заходила в комнату, такая, никого нет. А, как грустно. Арбузик, садимся кушать. Ксюша. Все, отлипай от телефона. Пошли кушать. Соскучились. Больше по телефону, чем по родителям, я смотрю. А? Посмотри на меня. А? Ты накрасилась? Да. Посмотри на меня. Она идет к мальчику на день рождения. Нужно же быть красивой. Нет. Бонни пошла тоже на работу. Давай заходи быстро. Давай. Бонни, место. Место. Давай быстро. Домой. Домой. Все. Че? А костер ночью жгли? Нет. Я думала, вы будете костер жечь, вокруг костра будете сидеть. Песенки петь, знаешь, как вот в фильмах показывают же, как они собираются. О, боже мой. А, потому что ну, тут хуже, наверное. Не все дети такие. Ёлки-палки, Ксюша. Больно? Да. Болело?
Сейчас уже, наверное, не сильно болит. Ужас. Вот это ты загорела. Так, сейчас мы покушаем. Нужно разбирать сумки. Грязные вещи в грязное белье. Да? Дискотека как у вас прошла, кстати? Музыка хорошая была? Да? Ксюша не танцевала? Не все танцевали. Не все? Медленный танец танцевали? Медленный танец? Вальс, танго? Ты танцевала? С мальчиком? Бонь, да что такое? Тебя никто не пригласил? Не хотела. Да. Станцуйте, пожалуйста, со мной. Ее приглашали, но она не хотела. Они не заставляют, чтобы я пошла танцевать. А дома как ты выплясываешь? Ты же танцуешь дома. Да, я видела много раз, как ты танцевала. Что тут ешь? Эй! Она уже второй раз сожрала мою пиццу. А что ты ее суешь-то в морду? Я не хотела. Она долго думать не будет. Она рот откроет и все. И все, и прямо на кровати. Маргарита, она тебе кровать испачкала. Чемодан разбирать? Най-най. Так, в общем, я так понимаю, что половина то, что вы взяли из вещей, вам не понадобилось. А именно теплые вещи. Нет, теплые вещи не понадобились. Мне я только одну куртку с собой взяла и все. Толстовки. Толстовки я одевала. Одевала? Так холодно было? Вечером. Ага. Вечером, когда мы на улице... Сидели? Когда мы играли в волейбол. Угу. В толстовках было? Да. А у нас здесь жарко вечером. У нас 20 градусов было вечером здесь. Ночью. Жарище, духотище. А, я так думаю. Но дождя не было? Нет. Какие-нибудь смешные истории происходили, нет? Mm-mm. Нет? Ничего не происходило? Никто там не прикалывался? Никого ни над кем не шутил? Нет? Mm-mm. Что так скучно? Чего вы так скучно-то? Отдыхаете. Ксюша хочет, чтобы я ей косички расплела. Ну, может, еще походишь? Нет? Надоели? Только тебе. Давай, давай, поиграем. Смотрите, как у нас газон сгорел. Я не пойму, от чего. Вот какие-то пятна сухие. Был зелененький и засох. Такой был красивый, а сейчас вообще ужас. Так, сколько ты проходила, получается? Я тебе запрела воскресенье, да? 5 дней. Хотя можно еще немножко походить. Смотрите, у нее даже здесь голова сгорела. Вот эти вот красные, розовенькие линии. Со стороны, как будто это не Ксюша. Смотрите, какие волосы. Это не Ксюша сидит. Это какая-то девушка сидит. Красавица. Кудряшка. Прикольные такие кудри. Так и будешь ходить? Ну да. А знаешь, почему тебе больно? У тебя загорела там кожа. У тебя кожа сгорела, поэтому тебе больно. Я думаю, может быть, влог ваш с лагеря снять на твой канал? С объяснениями, ну, где ты будешь рассказывать. Допустим, мы обедали, потом я дежурила на кухне, я должна была готовить это, и я вставляю часть видео, которое, когда ты готова, понимаешь? Просто объяснять, чтобы им было более понятно, потому что раз ты не слишком много говорила, когда ты снимала, да, просто там что-то снимали, то просто им нужно объяснить, что конкретно было, во сколько, когда, зачем и почему, и тогда я потом вставляю кадр с этого. Мне кажется, лучше будет на твой канал это видео загрузить, чем на влоговый канал. В общем, это мы снимем где-то на выходных, я думаю, потому что сегодня девчонки отдыхать будут, сегодня мы ничего не снимаем, только домашний обыкновенный влог снимаем. Маргарита сонная лежит, она такая уставшая. Лежит, отдыхает, сегодня пусть они отдыхают, не будем их мучить. И, скорее всего, ну, может быть, на понедельник сделаем такое видео, да? На понедельник. Как-то нужно так еще интересно смонтировать видео. Девчонки, которые в кадры попадали, можно, да, им? Еще почему трудно было снимать? Очень много детей, и многим нельзя просто... И очень громко было. Я бы поснимала на кухне. Ну, надо было поснимать, а сверху бы голос наложили. И все, не обязательно, я же тебе говорила.
Если хочешь, просто можешь не говорить, а просто снимать. А сверху потом уже, когда ты приедешь, просто можно наложить сверху звук и объяснить. Вот так вот. Детей было много, дети попадали в кадр, было неудобно снимать. В общем, там посмотрим. Я еще не все просмотрела. Все, что они там наснимали. Они в комнате очень много снимали. Завтра едем на прививочку. Будем делать прививку. В общем, всем четверым. Всем четверым нужна прививка. Ты до сих пор зуб не выпал. Вот это. Выбить надо давно уж. Как без вас было скучно, ты себе не представляешь просто. Никто так не угорает, как ты. Макс, Каролина, они так не шутят, не прикалываются. Какая ты красная, а, вот тут вот. На камере не сильно видно. Не болит? Найн. Письмо тебе. Синс. Да. Письмо от новой школы. Расписание там, не знаю, что тебе нужно, когда в школу. Ты хочешь сказать, что ты учишься с 9 августа? Ну да. Почему так рано? Ты всего лишь месяц отдохнешь? Да. С 9 августа Маргоша учится. Вообще-то вы полтора месяца всегда отдыхаете, а тут месяц. У Маргариты никаких особо новых предметов нет. Ни физики, ни химии. Хотя я думала, что уже физика, химия появится. Вот в 7 классе у нее тут музыка, английский, французский, математика, информатика, немецкий, спорт. Два спорта, два вида спорта. Потом как бы рисование, ну, типа изобразительного искусства. Музыка, натур и техника какой-то. Вот. Маргоша учится. Вот она будет учиться с 7:30. В среду у нее с 8:20. Да. В общем, в основном она будет учиться с 7:30. Вот. Поздравляю! Скоро новый учебный год. Да. Ну, через 2 недели у нас... Каникулы, да. Девчонки еще учатся 2 каникулы. Ой, 2. Девчонки учатся еще 2 каникулы. Девчонки еще учатся 2 недели и будут каникулы месяц. Пойдемте кушать кипфели с шоколадом, с нутеллой. Будешь? Жопа растет. С крана нельзя пить, вода плохая. Чё? Ну вот, приехали, всё, нутеллу съели. Маргарита говорит, они там каждый день нутеллу кушали. На завтрак? Сегодня тоже. У тебя даже зубы шоколадные. Ну вот там, когда музыка шла в бусике. Угу. Музыка не шла, музыка играла. Музыка играла. Как может музыка идти? А как? Она говорит, музыка шла. Вот это вот. Ксюша, там Кики спортом занимается. Каролина? Шла музыка, куда она шла? Радио. Радио, ну. И? Ксюша спала, я вот возле нее танцевала. Она спала. Музыка куда-то шла, она за ней. Цикатуха. Позолоченное брюхо. Муха. Муха. Ну-ка, убирай. Марго. Ну как так можно? Сколько дней ты походила? Когда я тебя заплела? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 5 дней всего лишь. Мама, заплети ее. Как у Ксюши. Как у Ксюши будут кудряшки. А потом, когда голову помоешь, они не будут кудрявые. Ну, я не хочу. Что, вышел или достала? Вышел. Сам вышел? Кто приехал? Узнаешь? Мама, давай кису купим. Угу. Похоже. Вот. Толстовки надевала? Да, не все. Маргарита сказала, вечером было прохладно. Да, чистое, что вытирать. Жарко. Эту я не надевала, а то чистая.
Угу. Тапочки обратно в школу. Мама, вот эти я одевала. Угу. Вот Ксюша взяла. Она взяла с собой вот эти вот в гору. В горы ходить. Она уже в них ходила. Они у тебя разношенные, твои ноги привыкли к ним. А она взяла и обула ботосы ее подружки. Маргариты подружки. Угу. В которых она ни разу не ходила. И поэтому натерла, конечно, 8 часов идти, натерла себе мозоли. Мишка, которого взяла Ксюша, и спала. И зайка. Тут купальник. Купальник сухой? Наверное. Надо высушить. Если не сухой. Дождик пойдет, наверное. Сколько вон там тоже. Ух, ничего себе. Вот это молния. Пойдем на улице попробовать. А мы разве не на улице? Мы на улице сидим. Да. Пойдем, говорит, на улицу снимать. Мы на улице сидим. Все, дождик пошел. Давайте. Походите. Каролина все по шлену катается. Молния сверкает сильно так. Небо прям вообще разбушевалось. Дождь пошел. Мира, это Савра, Савра! Все, заходите, ветер будет. Мама, телефон. Давайте отдыхать будем. Выключаем все. И спать. До завтра. Завтра не знаю, как будем влог снимать, потому что нас на день рождения пригласили, но это вечером. Бонечка лежит, отдыхает уже. Ты папу ждешь, да? А я знаю, что она папу ждет, да? Папуля ждет. Будешь кудряшкой ходить? Угу. Тебе идет. Завтра надо еще к доктору. У меня ноги болят ходить. Кики еще не выходила? Кики еще не давала ей. Кики еще не выходила. Все, всем спокойной ночи. Всем пока. Пока. До завтра.